старый базель. На некоторых вон домах даже написано 1416 год. 1585. 1300-1200 какой-то видел. В общем, смотрел тут цены. Дёнер кебаб стоит 12 франков. То есть 12 евро и 3 цента. Цены, да? Макдональдс и Биг Тести 11 франков. Какие цены? Ну тут понятно, тут дороже все, но здесь и зарплаты, конечно, совсем другие. Велосипеде, короче, вообще ездить соображалка должна работать хорошо, потому что что-то может произойти, трамваи, непонятные знаки, что куда, почем вообще. Тут помещение для всяких выставок, концерты здесь проходят, Санкт-Якобс-Хале, Eminem тут был. 50 Cent тут был, кого тут только не было. Так оно выглядит сверху. Вот такая дыра. Здание на самом верху, бар есть, оттуда виды вообще красивые открываются. Забыл, как называется, но я там был уже. Хотелось бы подняться, но, наверное, не пустят, так как не клиент, то что я не собираюсь в баре сидеть. Катимся по району еще. Парку. Потом в спальный район заедем. Цирк был. Вот он, спальный район, вот эти этажки. Квартиры здесь очень дорогие. Если арендовать трешку, ну, можно рассчитывать на 2000 евро. Варм. Заедем глубже и доедем, наверное, до этих двух зданий. Ла Рош. Откуда выходят все лекарства, по-моему, даже еще и косметика. На работу туда тяжело попасть,
Даже люди, кто с высшим образованием с Германии пробовали, вроде как их не берут. Не знаю. Номера БС это Базельштадт, БЛ Базель-Ландшафт. Вон они, я близко. Такие пятиэтажки. Вот они. Местные хрущевки. Заехал в одну сторону. Так понял, туда на территорию этих небоскребов просто так не попасть. Закрыто все. Пропуск нужен. Да, все, в заборах. Подъехали туда. Денек прохладный, ветерок такой, хорошо так. Жара уже под 30. Сегодня народу относительно мало. Выходной день, но утро еще. Вечером тут будет движняк, особенно в центре. Вечером не будет меня здесь. Велосипедов море. А сейчас к вокзалу подъеду, там так вообще. Ну это так по сути по всей Европе с этими велосипедами.
очень много, поэтому машин мало. Картина везде одинаковая, как в Германии, так в Швейцарии. И, конечно, в Альпах. Чем-то смахивает на Баварские Альпы. Но только их побольше, чем Бавария. Повыше. Вот он вокзал Бадишербанов. Пол вокзала принадлежит Германии, пол Швейцарии. Ну или даже, я не знаю, может полностью немецкий. Но, в общем, через этот вокзал проходят поезда по всей Европе. Ну, на всю Европу там, неважно, куда, в Италию или еще куда. Все с этого вокзала. Вот этот вокзал немецкий, он на реконструкции сейчас. Ценный переход. Да. Вот сколько запчастей. Такие мысли. Люди с дома доезжают на велосипедах до сюда и дальше на трамвае, на поезде, кому куда, на работу, на учебу. Еще момент покажу. Царская полиция ездит на Теслах. В последнее время их только и видно на Теслах. Они Тесла. Немецкие. Мерседес. Милан едет.
Мы беженцев принимаем, афганцев. Это, короче, здесь большой трафик беженцев проходит. Они с Испании сюда на перекладных приезжают. Здесь их принимают и почему-то переправляют в Германию. Вот. Граница здесь была раньше. Сейчас нет.